Выставочны проект беларускіх жывапісцаў пад назвай «Лабірынт 3» адкрыўся ля палаца мастацтва. Экспазіцыя дэманструе розныя жанры і стылі, ад пейзажаў і партрэтаў, да працы, якіх ажыццяўляюцца смелыя эксперыменты з формамі і вобразамі. Сам тэрмін «Лабірынт» выступае метафарай працэсу мыслення мастака. Экспазіцыя работ знаёміць са стыльным і жанравым багаццем сучаснага жывапісу і дапамагае ўбачыць разнастайнасць адметных рыс мастацтва нашага часу. Лабиринт выставка. Это вот у нас такое название, мы как бы назвали. Почему? Потому что искусство, оно очень разнообразное, и очень много ходов различных у художников. И каждый художник, он индивидуален, и поэтому, мне кажется, название оправдано. Школа белорусской живописи, по большому счету, она никогда не рвала связи с классикой. И поэтому все, что здесь происходит, оно и классично, и динамично, и имеет уже серьезный опыт в современных направлениях, в модернизме, постмодернизм прошли, и сегодня концептуализм тоже находит свое место. Акрамя работ майстроў сучаснага пакалення, лабірынт дэманструе творы Мая Данцыга, Леаніда Шчамялёва і іншых.